держится. Рампы держатся у нас девяточка. Все хорошо, все более чем хорошо. И потихонечку у нас Агатон готовит выход на верхний плент. Я вижу, что Архи заходит с виспом в будку. Будет готов минусовать девяточку. Попытается, по крайней мере, либо плент. Но пока он ждет, видимо, флеш, видимо, ждет аркады. Но, видимо, что Virtus.pro играет очень пассивно. Не аркадят, совершенно никуда не лезут. Каждый держит свою точечку. Сейн заходит в мейн. И вот теперь сейчас будет просто кровавая баня на верхнем пленте. Даются. Пошла раскидочка, пошла. Смотрим мы за Архи. Он должен с виспом карать сейчас всех, карать контров. Готов, готов Архи карать, но почему-то пока не карает. Пошла раскидочка, и в любой момент, возможно, притяжка под рампы, но ее не следует. Сейнт минус один. Свитаска, ну и полетели терроры. Свитаска минус два в этом раунде с юиспов. Сражается Архи. Один минус он делает, но раунд в итоге за Virtus.pro 1-0. Без особых проблем. И давайте-ка посмотрим на составы сегодняшних команд. Итак, состав команды Virtus.pro Ladies. Полина Фарак, она же Иксили. Станислава Соткина, она же Сейнт. А ну-ка, ты злой человек. Светлана Алексеева, она же Светаска. Альбина Бушаева, она же Эшли. И Екатерина Белослуцева, она же Кэт. А теперь состав белорусской команды Агатон. Егор Ханецкий, он же Архи. Павел Точка, он же Бишон. Дмитрий Мэнсон, он же Тазмани. Сергей М, он же Нони. И Александр Дедковский, он же Корей. У нас лифт на рампы. Эксилия, Светаска вместе с Кэт справляются безо всяких проблем. И счет становится 2-0 в пользу VP Ladies. Ну а я продолжу пока мотать сеточку вниз в надежде найти все-таки наших девушек, да и не только. Вот, нашел. Агатон, VP Ladies. Это у нас, сейчас вам скажу, какая часть турнира. Тут очень все жестко, я вот мотаю. Это 1-256, представляете? Вот вы все привыкли там к 1-4, к 1-6, к 1, ой, к 1-8. Ну, к 1-16, ладно, это 1-256. Так что, ой-ой-ой-ой, очень много нам еще предстоит увидеть впереди. 1-128, 1-64, 1-32, 1-16 и так далее. Там уже все более привычно. Жесть, в общем-то, жесть, как она есть. А у нас дигл, полудиглбай от команды Агатон. У кого-то глохи, у кого-то пара диглов. В общем, этот раунд должен браться VP Ladies без проблем. И я думаю, они его возьмут. Врыв на верхний плент, минусует. Ой, пошли жесткие минуса, даже не важно уже, кто минусует, очень быстро. Контры делают свое дело. Счет становится 3-0, потому что террор уже зажат в будке. Да, Сейнт минус в голову. 3-0, и мы ждем закупочки от Агатона. И давайте посмотрим на пинг. Я вижу, что пинг у Агатона 60-70. У ВП пинг получше. 5, 6, 13, 30, 80. В общем, разброд очень большой. Разброс пинга. У кого-то он просто великолепный, как у Сейнт и у Светаски, а у кого-то он очень плохой, как у Екатерины Белослуцевой. Так что... Но в любом случае, в целом, пинг получше, конечно, на Virtus.pro, потому что есть Сейнт, есть Светаска. Они вдвоем могут сейчас всех убивать просто своим пингом 5. Лан-пинг практически. А белорусам с пингом 60-70 будет, конечно, сложнее. Однако это не мешает Трайхарду делать первый минус, открывающий в этом раунде с калаша в голову. 4 в 5. И, видимо, что терроры никуда быстренько не бегут. У них продолжается холд, бринг на скале. Пытаются им прострелить все, что можно. Еще АВП за терроров у Ахи весьма... Как бы это сказать? Сомнительная закупочка. Но, чем черт не шутит, возможно, АВП сыграет свою роль. Архи у нас держит рампы. Нет, вот-вот про что я говорил. Сомнительная закупочка, в итоге Архи пропускает просто аркаду с рампов в упор к себе. Контролил рампы издалека, и в итоге просто в упор его снесли. 4 в 3. Светаска на рампах, Эшли у нас на будочке, Эксили у нас на балке. Все очень хорошо контролится, Сейнт у нас на улице. Чекает все, что может, никого не видит, и ждем мы экшена от террористов. Где же экшен там? Проход по рампам. Вот и экшен. Смотрим мы за Светаской. У него один хп с Фомасом. Бедная Светаска. Не будем за ней смотреть. Лучше посмотрим за Эшли. Вот взрывает Сейнт Светаску. Один хп очень мало. Но, тем не менее, Светаска делает еще минус. 3 в 2.
террора уже на нижнем планете, ставится бомба. Трайхард контролит кишку. Сейчас Сейн должна врываться в спину, просто сделать минус. И без проблем. Четвертый раунд переходит к ВП Лерис. В принципе, я думаю, что где-то до одной 64-й наши девушки дойдут без проблем, без особых препятствий. Может быть, даже до одной 32-й, не знаю. А вот потом уже будут более серьезные коллективы, потому что, ну, простите меня уж, великодушную команду, но вот на ранних стадиях, ну, просто полны мяса. То есть, ну, чуть не парни из пабликов, потому что это онлайн, напоминаю, это не LAN, так что тут вообще участвуют все, кто могут. И ничего удивительного в том, что на первых стадиях встречается просто жуткое мясо, что их дергают все, кому не лень, а этому удивляться не нужно. Но буквально через пару матчей, думаю, у нас уже будут жесткие зарубы, и я уже буду ставить, наверное, даже не на ВП Ледис, а на их противников, потому что, как бы, ВП Ледис были нехороши, против парней среднячков тягаться будет сложновато. Но посмотрим. А пока мы смотрим все-таки за этим матчем, не будем особо забегать вперед. Кто знает, возможно, сейчас Агатон у нас проснутся, сделают камбэк, пока они играют за террора. В принципе, то, что они сливают, это нормально. Возможно, все впереди. Архи по улице, остальные у нас на нуле. Свет одна держит рампы, Эксилий помогает с девяточки. Сейн делает минус, открывающий на улице, минус Архи. И терроры остались просто в самом начале раунда без одного своего тиммейта, без размена, без всего отдали бедного Архи. Ну и посмотрим, что придумают у нас белорусы. Бринк идет у нас по улице, двое у нас подсаживаются на скалу. В общем, ребята у нас идут по той же тактике, что у них было раньше. Жесткий холд, прострелы, никакого экшена. Это, конечно, в ущерб нашему зрительскому интересу, но смотрим. Потихоньку проходится улица, минус от Сейнт. Причем контры-то, вот, в общем-то, весьма-весьма покоцаны. Сейн 26 хп, Эксилия в районе 30. Но в живых осталось всего лишь 3 террора. Один на улице, второй на улице. И третий у нас, третий тоже на улице. Минус от Полины Параки. И Трайхард и Блинк остаются вдвоем. Уже Блинк один. И раунд за Virtus Pro. Светаска просто сбривает бороды парням, сбривает им усы, бреет все, что может. И 6-0 в пользу ВП Ледис. Но опять же, пока еще забегать вперед не стоит, они играют за контров. Такой счет нормален, главное сейчас не опустить руки, не приспустить рукава и играть в полную силу, не сбавляя темпов. А то можно и за это жестко поплатиться. Антирашевые флешки, уже аркада, я вижу, от Эксилии, врывается Кэт. Этот раунд, кстати, у нас гановый от террористов, но это не мешает контрам делать минуса, как будет это отдача. Бринк и Архи остаются вдвоем, делают минуса, 2 в 3 ситуации, есть небольшие у них шансы. Минус от Бринга, отличный минус, 31 хп, 100 хп у Архи и Эксилии с Кэт остаются вдвоем. Екатерина Белослуцева, Полина Парака. Кэт у нас вообще на мэне, как кошка, просто прыгает по всем крышам, которые видит. Но кошкам это свойственно. А вот Эксилия у нас на нуле. 47 хп. Бомба-то где? Где бомба? Бомба у нас то ли на... Вот она. Бомба контроля с Эксилией. И террором нужно ее начать забирать. Но шансы есть. В принципе, неплохие шансы. Бомба забирается. Бомба сейчас будет ставиться. Внимательно мы смотрим за Эксилией. Промах. И стягивается кольцо у нас. Эксилия поджимает будку. Кэт поджимает мейн. Минус от Полины, и вдвоем должны сейчас зажимать последнего террора, Архи 1-1. Эксилия минус 2 в этом раунде. И раунд за Virtus Pro Ladies, счет 7-0. Смотрим за гановым раундом от команды Агатон. Видимо, что у них тут двое по улице. Остальные на нуле. Поджим от Светацки, от Кэт по
Рампам, кто-то поджимает еще и нас 0. Видим мы, что Сейнт пытается у нас с ангара что-то сделать интересное. Но тут Бишон вырывается на верхний плейн, делает 2 минуса в голову, ставит бомбу. И вся надежда на Аркаду с рампов, они поджимают у нас уже 0. Кэт, минус. Ну же, Светаска, делай минус. Нет, не получается у Света, даже сейчас Кэт уравнивает быстрее. Да, есть минуса, и Бишон 1 в 2 ситуация. На верхней пленте 100 хп, сидит он прямо на пленте за ящиком. Кэт врывается с будки, Бишон ее контролит, прожимает. И 1 в 1 Сейнт с хаешкой. Особо никого ничего не покоцало. И Сейнт 48 хп, быстрее, диффузы есть, нужно быстрее идти убивать. Прячется Бишон за ящиком. И Станислава Зоткина, к сожалению, умирает в этом раунде. Первый раунд за команды Агатон. Ну что же, мы с этим их поздравляем. Возможно, это только начало. Кто знает, увидим. Но, как факт, ведь приятно, что Агатон у нас размочили счет. И можно, в принципе, сейчас всем болельщикам этой команды надеяться на успех. Хоть на какой-нибудь, потому что у них есть шанс взять еще раунда 4-5, как максимум. И потом жестко за контролов затащить. Быстро атака на верхний плейн, скрип, будка уже заходится, хаешки на девятку, Сейнт первый открывающий минус в этом раунде. С деньгами у терроров не так хорошо, несмотря на этот раунд, у кого-то диглы, у кого-то галилы и минусы за контрами. Тут уже и Эшли, и Сейнт включились в игру, и в итоге остается всего два террора, Трайхард и Сельз. Ну, уже Сельз, похоже, что предыдущий раунд был всего лишь такой случайной оплошностью от команды Virtus.pro, ничего интересно в этом раунде Агатон не показали, и, видимо, это действительно было просто небольшое послабление от команды Virtus.pro. Архи над первым респом чекает рампы, заходит его достаточно агрессивно, его тут простреливают, но простреливают наугад, по нему инфы нету, он не котный совершенно, врыв по рампам, ох, жесткий прием от Эксили, от Эшли, и это отдача, к сожалению, от команды Агатон, раунд за, ой, почти зарезали Трайхарда, но не получилось, 9-1 в пользу ВП Ледис, пока все идет к тому, что громят девушки парней, но как-то даже не по себе немножко, парни, соберитесь, что такое, мне за вас стыдно. Раскидочка верхнего плента, Бишон выходит через скрип, пытается выйти, его там встречают, дают ему флеш, он белый. И Аркада Цветаски, видимо, что контри почули, в себе силу, начинает поджимать без всяких шансов, сейчас почти убила Цветаска своего врага, но, к сожалению, помог ему тиммейт. Сольс делает 2 минуса в этом раунде, уже 4 в 3 ситуации, контри в меньшинстве. И вот сейчас, благодаря немножко неуклюжей атаке контров, неуклюжей Аркаде, могут терроры взять раунд. В принципе, контров неплохие позиции. Встречает будку, сейчас будет прострел, очень жесткий от Сейнт. Ну, там Эксили помогает. 3 в 2 уже, минус 2 от Эксили. Бишон врывается. Но ой-ой-ой, минус от Архи, очень неплохо. 1-2, Кэт у нас на рампах, 100 хп. Смотрим мы за Екатериной. Пойдет у нас через дальнюю кишку. И в ней у нас, нет, не в ней. В другой кишке есть Архи. Причем Архи контролит и не догадывается о том, что Кэт уже в другой кишке. Сейчас, если бы Кэт его пора... контролила, могла бы спокойно его убивать. Но Кэт у нас... Ой-ой-ой, Кэт вылезает-то, Архи! Ну, Архи понимает, что Кэт, видимо, там. Больше ей быть негде. И раунд у нас останется за командой Агатон. Вряд ли в этом раунде что-то у Кэт получится, потому что уж очень сложная ситуация. Один в кишке, один где-то еще на нуле. И в итоге Кэт сама это понимает. Сейвит свое оружие, причем сейвит весьма успешно. И таким образом счет 9-2. Пока еще в пользу Virtus.pro Ladies.
Снова атака на открытый плент. На верхнем. Раскидочка хаешек, раскидочка флешек. Минус от Бишона. Кэт уравнивает. Сейнт у нас на рампах. Вернее, не на рампах, а, конечно же, в ангаре. Ситуация 4 в 3. Террор в меньшинстве. Сольс у нас на нуле. Бринг вместе с ним. И Трахард завершает эту троицу тоже на нуле. Террор с бомбой. Но вроде как рампы контролятся. Контролится будка, контролится все, что угодно. И что делать террором в этой ситуации, непонятно. Сейчас Трайхард, видимо, пытается вычистить из контра, который стоит буквально в упоре около будки. Это у нас наверняка Кэт, на это я это уже видел на самом деле, так что не наверняка. А минусует Кэт, она не справляется со своей позицией, весьма печально. Эксилия подменяет, минус от Эксилии. Минус 2 от Эксилии и третий террор нужен. Почти в руках у Полины, но тут есть два контра, я думаю, они подстрахуют, ставится бомба. Ну же, Сейнт, выходи, простреливай. Прострел, ну прострел же, ну где же прострельчик-то? Ну там, думаю, сейчас спина Светаску убьет, да. 10-2 в пользу Virtus Pro Ladies. Бишон с первым респом. Похоже, готовится у нас раскидывать скрип. Но это, к сожалению, отдача, да. Видимо, что прорываются у нас на нижний плен терроры. Бомба уже у них в руках. Да, бомба сейчас будет ставиться на нижних рамках, на нижнем пленте, а контри там все еще пытаются где-то подсадиться, но Кэт минус 2, Светаска Кэт минус 3, и остается Архи. Один-единственный в этом раунде. Что делает Архи? Нет, заметьте, к сожалению, Архимеда. Возможно, именно так расшифровывает свой никнейм. Возможно, и нет. 11-2 в пользу ВП Ледис, и нам остается посмотреть всего лишь два раунда в первом тайме. Закупочка у Агатона. Давайте посмотрим, кто у нас с первым респом. Архи. Архи с первым респом, и посмотрим, как он им воспользуется. Куда же он побежит? Что же он будет делать? Архи у нас контролит рампы, причем подходит весьма-весьма в упор. Там подсадочка контров, подсадочка на балку. И вот как бы сейчас он... Нет, уже подсадочка свершилась, Светаска уже на балке. И смотрим за Светой. В очень интересной позиции сейчас она будет давать по головам. Причем террор-то масс рампы от терроров. И сейчас Свет должна сбривать. Снова что-то сбривать парням. Ну же, где же рампы, ребятки? Ну я хочу посмотреть на экшен от Светаски. Нет, похоже, что ребята перетянулись у нас под Аплант. Тут есть, конечно, Трайхард, Бринг, но... Но они на рампы не пойдут. В итоге пошли на рампы, все-таки пролагала. Холодовая Светаска сделала 2 минуса, и Трайхард остается 1 в 2 на рампах, на нуле вернее. Его минусуют 12-2, и последний раунд в первой половине нам остается посмотреть. Всего лишь последний. Пока это похоже на разрыв от Virtus Pro Ladies. Но, в принципе, еще есть Т-сторона. Кто знает, возможно, Агатон у нас сильны за контров и будут нам показывать супер-супер тимплей. Хотя, на самом деле, по игре за терроров этого не видно. Видимо, что у терроров с закупочкой плохо. Галилы, глоки, калаши, диглы, в общем, все весьма плачевно. Поджим рампов, тут у нас уже Конта заходит против Архи, Архи прячется. Должны его сейчас находить. Да, связка находит Архи, тут Трайхард, отличный минус, а минус 2 от Трайхарда. Очень было неплохо, минус 3. И 2 хп остается всего лишь у нашего Трайхарда, который жестко пытается. Эксилия заходит в спину, Кэт у нас на пленте. Сейчас Трайхард будет умирать в спину от Эксилии. Эксилия будет карать просто сзади. 13-2 с миносторон. Да, пока все очень-очень плохо для команды Агатон. И вся их надежда на первый раунд, на остальные отдачи. И потом на супер игру за контров.
Посмотрим на первый раунд Virtus.pro. Кэт заходит первый на 0. Я вижу диглы у Свитаски. Эшли потихонечку проходит рампы. Ее чекают, и она одна разводит. Разводит рампы. К ней, по-моему, никто особо не идет. Возможно, будет дефолтный раунд с перетяжкой под аплант. Ксилия чекает улицу. А возможно, будут все-таки выходить рампы. Девушка, я вижу, что там уже перетяжечка подъесть под радио. Но тут минуса очень хорошие. Два минуса уже есть от контров. Эшли должна врываться, делать минуса по головам, ну же. Но только жесткие минуса спасут Virtus.pro в этом раунде. Пока у них все очень нехорошо. Они уже потеряли двух игроков, трех игроков. И да, первый раунд остается у нас за командой Агатон. Эшли и Кэт остались вдвоем, но шансов у них на самом деле маловато. Однако вот Кэт со мной в этом не согласна. Делает отличный минус с Глоком. 3 в 2. 80 хп. Прячется контур у нас за стенкой. Прошмигивает Кэт. Бесшумно. Ну не зря же она у нас кошечка. Кошки у нас бесшумно всегда пропрыгивают. И в итоге Эшли вырывается у нас на верхний плент. Кэт у нас на рампах. Бомба выбита у нас где-то в районе нуля. Вот она бомба. И Эшли 1 в 3. Минусует, к сожалению, Кэт. И первый раунд за командой Агатон. Счет 13-3. Какая-то стрельба, меня заклон. Давайте я пойду посмотрю, пока у нас тут отдача. А то вдруг кого-то убивает, а я не в курсе. Вернусь к вам буквально через 30 секунд. Да, похоже, ничего страшного, это были фейерверки в пользу Агатона. В связи с первым взятым раундом, тем более я вижу, что на радостях кто-то из агатонцев вылетел даже с сервера. И ситуация 3 в 4, однако террорам это не поможет, у них диглы, контры в большинстве, и похоже, что счет станет 13-4. Пока еще в пользу Virtus.pro Ladies. Минус 2 от Кэт с дигла. 2 в 2, Свитаску с диглом наказывают. И Соль ставится с 6 хп на девяточке. Против Кэт и Свитаски бомба на руках. Все шансы у девочки сейчас взять раунд есть. Благодаря вот этому вылету одного из парней. Совершенно не вовремя. Сейчас могут они проиграть отдачу. Это будет, конечно, совершенно им не кстати. И я думаю, фейерверки больше в их пользу после такого пускать никто не будет. Смотрим мы со Сользом, 6 хп на вилочке. Террора все очень крепко держит, и вряд ли что-то получится. Да, Кэт спокойно вколачивает пару пуль в спину или бок Сользом. 14-3 в пользу Virtus.pro Ladies, и 2 раунда всего лишь нам остается посмотреть. В случае, конечно, взять этих двух раундов команды Virtus.pro. Похоже, что Агатона будут доигрывать вчетвером, потому что не вижу я, чтобы к ним кто-то заходил. Да, ребята, видимо, настолько суровы, что пятый им не нужен. Возможно, ребята поссорились, не знаю, замашнились. Где там пятый-то? Посмотрим, где он там вылетел. Да, причем Агатон Трайхард вышел из игры, то есть он не вылетел. Если бы он вылетел, было бы написано тайм-аут, а он просто вышел из игры. Возможно, действительно, ему надоело играть. А, вот он перезаходит, он... Фуф. Я уж успел подумать самое плохое, что, видимо, ему стало стыдно проигрывать девочкам, но нет. Вернулся он на сервер. Ситуация 4 в 5, контри врывается в аркаду, у них отдача. Это не мешает, правда, Брингу сносить голову, но этот раунд будет 15-м за Virtus.pro Ladies, я так думаю. И похоже, что и эта игра у нас будет очень быстрой, тем более, что, как вы помните, свою первую игру Virtus.pro Ladies выиграли на Асусе, по-моему, 16-0 или 16-2. Сейчас даже я вам посмотрю специально ради этого. Ради того, чтобы не соврать вам случайно. И сказать все очень точно.
Да. 16-3 против команды Freedom был первый тур Virtus Pro Ladies. Тоже нагнули они парней. А, тут у нас тоже 14-3, возможно, будет 16-3, тем более, что уже 15-3. Так что да, возможно, Virtus Pro Ladies оформит первые свои две игры именно с таким счетом. Было бы очень неплохо, на самом деле. Тенденция очень радует. Возможно, третья игра будет с таким же счетом. И пятая, и десятая, и финал тоже против Virtus Pro Male. Кто знает. Но у нас быстрая аркада Rush по улице. Есть размен от Кэт. Спрей лег немножко криво, но тем не менее Кэт сделал минус. Тут уже Архи врывается, делает минуса. Отличные. Отличная игра от Сейнта и Тексили. И в итоге 2-2 ситуация. Оба контра по девятке. Светаск у нас на мэйне. И Сейнт у нас парам-пам. Встречается она у нас с Брингом, похоже. 1-2, ну же, Станислава Зоткина остается 1-2 в непростой для себя ситуации. Чемпионка Европы, вице-чемпионка мира практически. И 2-1, 2-6 хп, бомбы на руках нету. Бомба выбита вообще на улице, очень далеко, около красного ящика. И Сейнт сейчас будет у нас делать кросс по карте Денюк. Бегать, заниматься зарядкой, тренировки, упражнения, все такое. По девяточку у нас находится Станислава, Бишон у нас около скрипа, Бринг у нас на улице, и Сейнт нужно что-то делать. 30 секунд у нее есть, пытается на кого-то вычислить, кого-то найти, но в принципе вряд ли, и я думаю, что это будет четвертый раунд за Агатоном. Вижу я диглы у команды Virtus Pro. Видимо, девушки решают, вернее, хотят побыстрее закончить эту игру. Не хотят они сливать еще один раунд, хотя могли бы, на самом деле, слить раунд полностью с глоками и потом нормально закупиться. Но, видимо, девушки чувствуют себе силу даже с диглами наказывать парней. И чем черт не шутит, возможно, так и получится. У нас масса рампы. Тем более, Трайхард снова завис. Бринг первый минус, Бринг второй минус, Бринг третий минус. Там Бишон играл по девятке, никого не убил, отвлек в итоге на себя все внимание, а Бринг сделал всю черную работу. Эшли и Ксилия. 6 хп, убивает Ксилию, и раунд с Дагатоном. Вот именно нужно было, конечно, полностью сливать этот раунд Virtus Pro. Не нужно стараться быстрее, как можно быстрее закончить эту игру, и нужно лучше нормально было слить, отдать эти несчастные глоки. Но, к счастью, видим мы, что ВП. Здесь нормальная закупочка, видимо, поэтому они и делали диглы. Вне всякого сомнения. И в итоге, очень жаль Трайхарда, который снова завис. И похоже, что контрам вчетвером все-таки не справится с напором девушек. Потому что напор у них действительно большой. У нас врыв на верхний плейн. Сейнт раскидывает светаска, заходит и ждем разменов. Эшли уже на верхней планете. Где же все контры-то? Где же все контры-то? Сольц у нас в ангаре. Бринг на рампах. Архи у нас на девяточке. Будем смотреть за Архи. Сейчас он будет пытаться ловить кого-то из терроров, но никого он здесь не видит. Где же все терроры? А все терроры у нас по карте рассредоточились. Тут ушел на ноль, тут ушел у нас в кишку. И похоже, это ГГ. Один в три. Сольс против Сейнт, Витаски. И это ГГ. 16-5 в пользу Virtus Pro Ladies, с чем мы их и поздравляем. Таким образом, команда Агатон у нас вываливается, просто вылетает с турнира Asus Spring 2012 из 1-256. А команда Virtus Pro Ladies проходит в 1-128 и там будет сражаться с командой. С командой. Сейчас я пролистаю вниз и скажу вам. Вниз. С командой ESG... Ой-ой-ой-ой, это уже серьезно. С командой ES4X. Там у нас играют... Непонятно, кто там играет, потому что, оказывается, нужно быть залогином на сайте Asus, чтобы посмотреть составы. Спасибо большое. Не узнаем мы состав. Но в любом случае, там ребята, судя по тегу, серьезные. И вот там уже VP Ladies могут и не пройти. Так что следующий матч VP Ladies против ES4X. Обязательно смотрите на нашем стриме. Я думаю, он будет стримиться. Наверное. Скорее всего. Так что... Следите за анонсами на сайте, в моей группе ВКонтакте, в нашей группе ВКонтакте Virtus Pro. В общем, не пропускайте, потому что матч обещает быть серьезным. Эти ребята вполне могут остановить VP Ladies, и мне даже что-то подсказывает, что они это сделают.